как воспитать детей. Как воспитать детей? Три вещи. Первое – воспитание. Второе – образование. Вот это третье достижение. Спорт, это наука, это все достижение. Но первое – воспитание. Если человек не воспитан, не питайте ему давать образование. Я своих индивидуальщиков так и делаю. Первое – воспитать, потом? Если вижу, что человек высокомерный, аккуратно попробую его воспитать сначала. Вижу, что потому что невоспитанного человека невозможно научить. Это невозможно. Нереально. Первое – это воспитание. Воспитание берет не школа людей. Воспитание берет только от семьи. Это то, что в семье человек получал. Его ценности, его понимаете, это духовные, моральные ценности. Они фундамент все создадут. Первое – воспитание. Потом образование. Второе – образование. Начните обучать ему. А третье – достижение. У ребенка должно появиться желание гордиться своим достижением. Его надо разбудить, вот это желание. А если его готовый даешь, я вам рассказал когда-нибудь пример про Криса? Нет. Ученые провели исследование. Послушайте внимательно. Это такое крутое исследование. Взяли Крису. Пожалуйста, внимание. Крису взяли, вот просто положили в одном клетке, измеряли его количество нейронов мозга, количество. А потом поставили его клетку и кормили его. Криса никуда не двигается, не шевелится. Тут еда, там постоянно еда рядом. Вода, еда всегда. Через 100 дней проверили количество нейронов мозга Криса. Там сколько-то миллионов уменьшились. Я уже забыл просто цифру, но они уменьшились. Конкретно. Криса превращалась в такая лентяйка. Такая вообще еле вот трогает, не смотрит на еду, вот так недовольна. Вы представляете? Да, вот, теперь ей лень даже на еду двигаться. Вот так. Потом ученые взяли, что делали? То же самое крысу взяли, меняли условия жизни. Поставили его на другой клетке, теперь самое интересное. Еда... Поставили так, что у этой крысы, постоянно крыса должна думать, как добраться до этой еды. Либо где-то вон там висит, либо где-то поставлено каким-то образом, что крыса должна придумать маршрут туда добраться. Либо по этой лестнице подниматься, туда спускаться, прыгать туда, и, в общем, по разным маршрутам. И ей пришлось стать архитектором, инженером, чтобы туда добраться. Первые 3 дня, конечно, у него жир был, хватал, смотрела, не двигалась. Через неделю начала шевелиться. Внимание. Конечно, голод, желудок так заставляет ноги двигать, что еще как. Вы согласны? Идти, вы представляете? Каждый раз, когда крыса уже находила маршрут, добралась до еды, как она один раз и убирала, и меняли маршрут. И теперь ей пришлось опять целый день голодать, чтобы думать, как добраться. По той маршрут идет привычный, не получается. Обратно возвращается, не знает, что делать. Уже привык, вот опять еду находит. Как второй, третий раз пойдет туда, опять нету там. И опять шок крыса. Вот через 100 дней, когда открыли, у крысы было, сначала восстановились то уровень клетки, которые были, еще на сколько-то миллионов увеличивались. Но крыса была такая шустрая. Вы что-то не поняли, что я сказал? А вы знаете, что мы тоже животные люди? У нас есть животное начало. И у нас животное начало есть. У нас по природе есть такое. Это какой вывод можно сделать? Чем больше двигаешься, тем больше. Чем больше вы будете создать условия для своих детей, чтобы они не думали, у них все. Когда мы решаем для них, внимание, когда мы решаем для них все, им ни к чему стремиться. Получается, что мы создали условия, чтобы мой ребенок гибнул. Это очень опасно. Очень опасно. Наоборот, перед ребенком постоянно ставьте цель, пусть он мучается, как добраться туда. И вы видите, он перед вами, зато он станет чемпионом. И самое главное, он привыкает так. Постоянно ставьте перед него задачу,
А когда он это достигал, вознаграждайте. Потом ставьте опять задачу, когда он достигал, вознаграждайте. Поощряйте его достижение. Дайте. Дайте. Любое достижение поощряйте. Я хочу, чтобы вы поняли. Любое достижение поощряйте. И знаете, что самое интересное? Ребенок привыкнет, что честным трудом зарабатывать можно. И самое главное, он никогда не будет брать чужое. Он уже знает, как зарабатывать. Он уже знает. Умным быть выгодно. Это очень хорошо. Поощряйте. Поощряйте его достижения. Просто так ничего не давайте. Моя дочка тот день подошла ко мне и сказала: папа, замените мой, купите мне новый ноутбук. Я сказал: доченька, какой у тебя план? Она говорит: у меня же скоро будет день рождения, может быть, вы мне его подарите? Я сказал: нет, доча. Подарки дарю тебе святи. Она так смотрела на меня: вы мне не купите ноутбук? Я сказал: ты уже до такого возраста дошла, когда ты сама должна добиться. Какой у тебя план? Она пошла, пришла ко мне и мне говорит: 50 чем-то пятерка. Я говорю: да. А какой план, за сколько, какой срок? За 3 месяца сделаю. Давай делай. В 8 классе учится. В 8 классе учится. За 3 месяца. Делай. За 3 месяца, говорит. Я говорю: делай. Теперь она сидит 3 месяца, будет думать, как это сделать. Иди делай. Просто так ничего никому не давать, особенно детям. Иначе вот это перед вами, вот я хочу, чтобы перед вами вот этот образ 2 Криса осталось всегда. Кто меня понял? Вот это Криса. Это шустрая, а это лентяй, который умрет скоро. А вот когда все условия создадите ребенку, он превращается в это. Потому что вы, отдавая ему одежду, деньги, вы украдете у него мечту. Вы украдете его талант. Зачем? Зачем уничтожать его будущее? Лучше дайте ему навык, чтобы он строил будущее. Но не вещи дайте ему. Кто меня понял? Вы же сами знаете, какой кайф испытываешь, когда первый раз сам зарабатываешь, купишь что-нибудь. Когда вы купили себе машину, какое удовольствие? Это же несказуемое удовольствие. Вы согласны? Вы согласны, когда первый раз себе купили квартиру или дом? Это же абсолютно чудесное удовольствие. Согласны? Это несказуемая радость. Пусть он радуется именно этим. Правую руку поднимем, повторим за мной. Парень. Который едет. Драмдулете. Который сам купил. За 500 долларов. Более успешен. Чем тот парень. Который ездит на джип любого марка, который родители подарили. Это так. Потому что это драмдулет, он сам делал, он внутри кайфует от этого. Может быть, его крылья там танцуют сзади, или там глушитель ударится на землю. Но он такой кайф испытывает. Разве не так? Потому что он это сам делает. Может быть, на велосипед даже ездит, но он такой кайф испытывает. Это несказуемое чувство. Нужно, чтобы люди это испытывали. Надо дать, пусть они это делают.